Осенью прошлого года в игорной зоне «Сибирская монета» открылось первое казино. С января 2014-го туроператоры из Сибири начали продавать туда путевки выходного дня. Минимальная цена такого тура составит 30 тысяч рублей. Причем в стоимость входит проезд, проживание в гостинице и входной билет. Как сегодня обстоят дела в первом Заурале игорном заведении и реально ли на Алтае поймать удачу за хвост, расскажем сегодня. Дорога от Барнаула до Сибирской монеты заняла у нас 3,5 часа. Отлично прокатились по федеральной трассе, да и сам подъем в горы преодолели легко. Дорога накатанная, заботливо посыпанная песком. И вот среди алтайских гор показалось во всей красе легальное казино. Внутри все буквально сияет роскошью. 80 автоматов и 16 игровых столов. А еще красная дорожка, зеркала, бархатные сиденья, вышколенный персонал. В нашем казино существует несколько видов игр, покер, несколько разновидностей, 4 конкретно, блэкджек, рулетка, ну и множество автоматов самых различных. Строительные работы в ресторане, гостиничных номерах на втором этаже еще идут, а на первом уже вовсю делают ставки. К слову, в каждой из игровых зон свой слот-администратор. Он расскажет правила игры, поможет обменять деньги на фишки, зарезервирует стол или автомат и даже поддержит беседу. Игрок играл на большие ставки, на большие суммы, и он пожелал продолжить игру в будущем на этих аппаратах. Первый большой куш здесь сорвали перед Новым годом. Житель Новосибирской области, не пожелавший назвать имя, выиграл 1 300 000 рублей. Кстати, неизвестными предпочитают оставаться практически все посетители казино. Поделиться впечатлениями от игры на камеру никто не пожелал. Поэтому мы решили попробовать сами. Выбрали русский покер, играли против казино, выиграли. На этом остановились. Слишком быстро затягивает. Самый популярный среди гостей русский покер, скорее всего. У него играет, как правило, большинство людей. Он довольно простой и несложный. Сколько максимальное количество может быть за столом? Максимально 4 игрока может быть. Каждый игрок может играть по одному боксу, соответственно, и максимум 4 игрока может быть. В Алтай-Паласе сделано абсолютно все, чтобы человек забыл обо всем на свете. Во-первых, здесь нет окон, чтобы игроки не знали, какое сейчас время суток. Во-вторых, естественно, нет часов. Ну и в-третьих, здесь настоящий рай для курильщиков. Везде, абсолютно везде стоят пепельницы, потому что чем выше ставки, тем больше человек нервничает. По словам администратора, в среднем в выходные здесь бывает около 100 человек. Прямо скажем, совсем немного, учитывая масштаб и уровень заведения. Но и не так мало, если понимать, что объект только что открылся. Максимальная загрузка же здесь 500 человек. График работы круглосуточно. 1 000 000 000 рублей вложений, по прогнозам специалистов, полностью окупится через 10 лет. Ну, максимальные гости, конечно, в выходные дни. С пятницы по воскресенье все люди приезжают на горнолыжные курорты отдыхать. Ну и, соответственно, приходят нам. Казино «Алтай Пэлас» – первый построенный и запущенный объект на территории большого игорного комплекса «Сибирская монета». А быть первыми непросто, слишком велики риски. Но по неофициальным данным, в скором времени у этого казино появится сосед. Инвестор из Казахстана планирует начать здесь строительство подобного заведения. Одно ясно уже сейчас – на развитие горной зоны уйдут годы, может быть, десятилетия. Но удача, как говорится, любит смелых. Маргарита Белова, Александр Антропов. Наши новости.